Приветствую всех поклонников спорта номер один. Первенство MLB первой лиги плавно подходит к своему экватору. И сегодня мы с вами переносимся в Астрахань, где на центральном стадионе в рамках 16-го тура Волгарь принимает Хабаровский СКА. Подача хорошая! И 1-0 становится счет. Удачный пас, вот хороший заут. И Делькин, ну потрясающий просто удар. И от перекладины мяч оказался за спиной у Ислама. Рукас. Подача в штрафную здесь. Спокойно. Все, Роман Локтенов снимает. Добивание 1-1. Перелетел мяч через Романа Локтионова, Жамалетдинов. Пробил и попал точно между ног Ведерникова и в дальний угол. Царукян. Подача на дальний угол. Тратаску. Удар поворотом и рядом со штангой. Повтор на ваших экранах. Да, Гаврилович. Жамалетдинов. Скидка хорош под удар. Удар следует и 2-1. Повтор на ваших экранах. Жамалетдинов. Передача в центр. Дальний удар. Из-под ноги Гаврилович. Ну, обе замены будут потом. Пока штрафной. Навес и третий мяч летает в ворота астраханцев. Подача Ильи Петрова. Ну, Денис Фомин мягко подсекает мяч. И защитник Волгаря адресата не нашла. И Буланов дает финальный свисток.